Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим высокочастотные динамики от компании Cadence или просто Твиттера. Модель QR20T. Поставляются фирменные упаковки динамики. Внутри у нас находится гарантийный талон, инструкция небольшая по установке и монтажу. Провода подключения, на которых имеется небольшой фильтр. Монтажный комплект. Дополнительные крепления, металлические винты для фиксации, двухсторонний скотч также имеется. Два твиттера. Довольно-таки увесистые. Корпус в данных высокочастотных динамиков пластиковый. Металлическая идет решетка сверху. И сами твиттера идут титановые, как заявляет производитель. Дополнительные чаши для монтажа. По мощности данные высокочастотные динамики имеют номинальную мощность 30 Вт, пиковая 60 Вт. Чувствительность 90 дБ, сопротивление 4 Ом. Монтажная глубина 27 мм. Подключение стандартное, плюсовая и минусовая клемма. Дополнительные характеристики и стоимость данных высокочастотных динамиков вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.